Счет в матче 1-0. Впереди Московская область. Боевое братство. Представляю спортсменов. Спортсмен с красным поясом Алексей Зубков, мастер спорта России. Бронзовый призер чемпионата вооруженных сил Российской Федерации 2015 года. Неоднократный призер и победитель первенства России по армейскому рукопашному бою. Его соперник Вахид Шахбазов, кандидат в мастера спорта. Чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою 2014 года. Готовится весовая категория до 70 килограмм. Дмитрий Молодцов, Московская область. Антон Петрушин, Республика Беларусь. Техническое действие не считать. Спортсмену с синим поясом замечание за пассивное ведение боя. Продолжается. Рассчитан спортсмену с синим поясом. Спортсмен на середину, ввиду явного преимущества, двумя нокдаунами, чистую победу одерживает Алексей Зубков, боевое братство, Московская область. Судейской бригаде приписи в порядок.